уважаемая Вера Петровна, поздравляю вас с наступающим Днем медицинского работника. Вы наш самый заслуженный доктор. Желаю вам всего самого хорошего, процветания в работе, ну и, конечно, в вашей личной жизни. Спасибо большое. Да, всего самого замечательного. Спасибо. В честь Дня медицинского работника Вера Петровна принимает поздравления от коллег родной поликлиники. К этому сотруднику здесь особое отношение. Ее профессиональному опыту можно позавидовать. Я очень люблю свою работу, о которой мечтала с самого раннего детства. Проработала я в этом учреждении 48 лет на протяжении. Вообще общий медицинский стаж у меня больше 50. Несмотря на возраст, активно ведет прием пациентов и не собирается оставлять любимую работу. Говорит, без нее сложно представить свою жизнь. И специалистов с таким профессиональным уровнем здесь немало. Мария Шиховцева тоже мечтала быть врачом с детства. С детства уже мечтала быть врачом-дерматологом и косметологом, помогать пациентам лечить и плюс в качестве косметолога делать пациентов красивыми. В Звенигородскую поликлинику ее пригласили по программе «Земский доктор». Говорит, чувствует здесь себя как дома и благодарит судьбу, что попала в такой коллектив. Ее коллега Антон Просвирнин тоже специалист молодой, но опытный. Ведь в его работе ошибок совершать нельзя. Мы выполняем диагностические обследования наших пациентов в достаточно широком профиле. То есть это электрокардиография, то, что ежедневно выполняется в большом объеме. Это и длительные суточные мониторирования, Холтер, СМАТ. Также в рамках нашего отделения мы делаем ультразвуковые исследования сердца, сосудов, внутренних органов. И ежедневно к нам приходят десятки пациентов для оказания таких услуг. У этих врачей разная специфика в работе, особенности лечения, функции в поликлинике. Но главным в своем деле они считают одно – относиться к каждому пациенту с любовью. Самое главное – не забывать, что мы общаемся с людьми. Потому что когда человек становится пациентом, и это несколько обезличивает человека, и в больших объемах работы очень трудно оставаться, так сказать, контактным и общительным. Но, тем не менее, очень важно не забывать, что к нам приходят такие же люди, как и мы, и уважительно относиться к ним и оказывать, конечно, в первую очередь медицинскую помощь. Полина Бахова, Фарид Хариддинов, телекомпания «Одинцова».